О, точно, домашнее задание. Как я могла забыть? Что там? Ого, в понедельник так много уроков. Ничего себе, сколько задали. Ну ладно, начну с геометрии. Готово. Следующее у Громова. Раз. Два. Фух, уже аж устала. Так, химия всего 500, а вот физика аж 2000. Ого, очень тяжелое задание, ну ладно. Один. О, два. Ну что, моя богатенькая, умненькая доченька, делаешь домашнее задание? Молодец. Сделаешь домашнее задание? Я забыла все то, что не знала. А без домработницы Нинки еще все намного тяжелее. Вот и где она? У меня из-за нее интеллектуальный стресс. Ил, у меня для тебя плохие новости. Какие еще новости? Нинка уехала в Италию. Ил, нашла время, когда отдыхать, когда у меня школа. Нет, она нас оставила насовсем. Променяла нас на какого-то там миллиардеда. Как так? Как мы теперь без Нинки? Мне срочно нужно на шопинг. Моя стрессовость тянет на 10 платьев от Коко Шанель, 5 пар обуви, ну еще и на одно колье. Не помогут даже бриллианты. Я уже на себе проверила. Что же нам теперь сироткам делать? Не переживай, моя богатенькая мажоречка. Твоя мамочка заботливая уже все придумала. Ты мне купишь аттестат, и я вместо учебы буду смотреть сериалы про любовь? Нет, лучше моя бриллиантовая. Я нашла для нас новую помощницу. Опять? Я потом к ней привыкну, и она опять нас променяет на какого-то там пердеда? Не переживай, не променяет. Вот помнишь мою двоюродную сестру, красотку, мисс Мира? Ну и зачем ты мне ее показываешь, чтобы я завидовала? Да нет же, твоя тетушка любезно согласилась нам помочь. Она оставила карьеру модели и подалась в науку. Ио, это же хорошие новости, все, моя стрессовость прошла. Я уже хочу поскорее с ней встретиться. Я тоже. А это, наверное, она. А кто тоже хочет вместо домашки шопиться, ставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких. Бегу, бегу. Сейчас открою. Да, слышу, я слышу. Ну что, привет, мои золотульки 380-й пробы. Застались, тетушку? Ничего, со мной у вас жизнь наладится. Ну что вы как не родные? Обнимите тетушку. Прости, давно не виделись. Сразу не узнала. Ма, ма, ма. Мам, это точно та тетушка, которая мисс Мира? Да я, это я. Просто за карантин немножко... Похорошела! Что? А, вы про это? Чё, за трендами не следите? Это я за карантин отпустила. Сейчас так модно. Ну чё, провожать меня будете в дом или так стоять на пороге и будем? Па, чай хочу. С плюшками! Ой, прости, конечно. Ну проходи, проходи. А, ничего так, нормальная халупка, только мне не нравится, слишком просторно, много места. Так, так, что у нас тут наверху? Ну что застыли, как морозки на 1 января? Включаем гостеприимство, берем чемоданы и пошли за мной. Thank you.
ухажерская комната. А, ну такое, если честно, так себе. Что, не нравится? Ну вы знаете, я присмотрелась, ничего так хатка, можно оставаться. Ого, какая кроватка, мне подходит. Мягенько. Ио, это же моя кровать. Была твоя, стала моя. Ты ж хочешь это поумнее там, покрасиветь? Красивее, да. Тогда тебе нужно спать на полу, на правом боку, левой пяткой на север и зубами вообще к стенке. Ио, это же так неудобно, а можно хотя бы на матрасе? Ну а что ты хотела? Тебе так надо хотя бы месяцок поспать, а там дальше посмотрим. А то я сотрю у тебя этот случай, запущенный. Ио, я так рада, что ты согласилась к нам приехать. Ты такая умная. Да. А у нас борода не растет. Выходит, мы не в тренде. Что же теперь про нас люди подумают? Ой, не переживайте, мои самоцветы неогранённые. Тетушка вас в беде не оставит. У меня тут есть крем. Его по одной баночке раз в году изготовляют. Достала по большому блату. Вот, держи. Спасибо, ты такая заботливая. Спасибо, чё спасибо? Спасибо, в карманчик не положишь. Точно, прости, я такая невнимательна. А сколько он хоть стоит? Иу, ничего себе! Дешевле будет сделать пересадку волос. А вдруг не приживется? Что, дальше будете ходить такими же фуфлыжницами? А, я так некрасивая, я не хочу быть фуфлыжницей. Давай купим этот крем. Значит, слушаем внимательно. Втираем по часовой стрелке в зону усов и бороды каждый вечер. И может быть, вы станете такими же красивыми обаяшками, как и я. Спасибо тебе большое, ты такая заботливая. Ага, да. Да, слышу, я слышу, не ржите ты, Жоша. Ну что, привет, мои золотульки 380-й пробы. Мам, это точно та тетушка, которая... Ты в шоке? Нет, не в шоке. Мам, это точно та тетушка, которая... Была твоя, стала моя. Ты ж хочешь... хочешь быть? Тогда тебе нужно спать на полу, на правом боку, левой пяткой на север и улыбаться поменьше.